В библиотеках Тюмени объявлен месяц забывчивого читателя. Там принимают книги, которые забыли вернуть в срок. Акция продлится до 30 сентября. Вернуть литературу можно в любой день, кроме понедельника. Давайте встретим осень без долгов. Давайте подарим книге вторую жизнь. Пусть книги вернутся на свое постоянное место жительства. А читатели, которые смогут почитать эту книгу, скажут вам большое спасибо. Акция идет уже 6 дней. За это время должники вернули 64 книги. Тем временем в списке потерявшихся 1000 экземпляров. Но найти нерадивых читателей задача трудная. Многие давно поменяли номер телефона или просто не отвечают на звонки. Некоторые скрываются годами. За несданную книгу грозит наказание. Библиотека не выдаст литературу читателю на дом. А ведь продлить время пользования очень просто. Удобно сейчас в библиотеке сделано. Сейчас можно позвонить на интернете, продлить.